Вернемся в этот зал и посмотрим, как мы работаем с тахионом, с идеей обратного времени и прочее, Телефоны можете не выключать. У кого есть фотоаппарат, можете фотографировать. Чувствуйте себя как дома. Это... Но без вспышки. Это лабораторная работа. Спасибо за внимание.
Я провалился сквозь белое. В черную воду. Холодная вода. Горячие внутренние органы. Глубокая вода. Мелкие мысли. Я здесь муру. Подо льду. Я хочу быть там. Я не хочу быть здесь. Я потерялся. Я нашел прорубь. Я заморозил воду. Круглый. Квадратный. Окно. Дверь. Вход. Выход. Найти прорубь. Большая вода. Маленькая прорубь. А как найти? Надо искать. Я внизу. Здесь все чужое, холодное и не надо. Наверху свое, теплое, необходимое. Ложиться здесь. Встать. Вернуться. Я забыл зачем. Потому что вспомнить. Ловить рыбу. Отпускать волосы. Продавать рыбу, покупать вещи. Ломать вещи. Чинить вещи. Нужны будут сухие шапка и сапоги. Эти мокрые, тяжелые. Как не мои. Как чужие. Наяву или сон. Там было легко. Бедная моя жизнь. Дорогая моя жизнь. Тело. Душа. Плыву подо льдом. Тону сквозь вчера и завтра. Или наяву, или сон. Больно ущипнул себя мертвой рукой. Спокойно проснулся живой. Можно приехать.